Технострой Олимп. Жилье, доступное каждому. Задание главы выполнено. Муниципалитет закупил газоанализатор для замеров воздуха в населенных пунктах рядом с полигоном ТБО «Алексинский карьер». Уже началось обучение специалистов для работы на приборе. Замеры воздуха предположительно начнутся на следующей неделе. Результаты будут публиковаться в местных СМИ и социальных медиа. А пока продолжим выпуск с коротким информационным обзором. У подмосковных торговых центров появятся новые знаки «Семейная парковка». Ими обозначат автоместа для покупателей с маленькими детьми. Это новшество уже опробовали жители Химок. В скором времени аналогичные знаки установят в Пушкино, Красногорске, Одинцово, Ивантеевке, Подольске и Клину. 14 пар зарегистрировал клинский ЗАГС на Красную Горку. Бракосочетания прошли в старинных русских традициях. Настроение молодоженам и гостям создавал фольклорный коллектив «Лето Красное». 21 апреля клинские библиотеки присоединятся к всероссийской акции «Библионочь». Главные события развернутся в Центральной библиотеке на Красной. В программе встречи с современными писателями, артистами, клинскими поэтами, публицистами и бардами. Атмосферу праздника создадут танцы, песни, интеллектуальные игры и мастер-классы. 12 по 15 апреля в Дмитрове прошло первенство Московской области по фигурному катанию. В соревнованиях приняли участие более 250 человек из разных городов Подмосковья. Среди них 8 клинчан. Вторую ступеньку пьедестала в мужском одиночном катании занял клинчанин Роман Орлов.